Так, высыпаем кукурузку в масло. Вот так вот. Сейчас убежит кукуруза. Вот так вот, вот так вот. Масло нагревается, уже начинает шипеть. И все это закрываем крышкой. И смотрим с нетерпением, что же будет дальше. Становится попкорн. Сейчас крышка начнет немножечко запотевать. Температура там поднимается. А потом... Попкорн. А потом... Знаете, почему кукуруза взрывается и превращается в такую штуку интересную? Попкорн? Белую, вкусную, да. А если бы не Знаешь, ела почему? Потому что в каждом зерне содержится некое количество жидкости. Водичка. И когда она нагревается, 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 и происходит тюш, взрыв. Нагревается, нагревается, сейчас. Также мы сегодня, я, Александра и Ксения, купили сегодня попкорн в школе. В школе и там не настоящий попкорн. Смотри, смотри, смотри. Крышка запотела, ничего не видно. А я люблю, когда видно. Знаешь, что я люблю? Когда видно, многовато масла, что-то у него. Многовато. Многовато. И так долго. Они начинают взрываться. Сейчас, если оставить открытой крышку, по всей кухне взрываться будет. Знаешь? Мы будем кушать. А вы будете ловить на лету так. Ртом я буду. Я буду ртом. Ладно. Опа, начинается. Ой. Пошло. Оп. Коля, смотри. Иди сюда, иди сюда. Только с носом не прислоняйся. Опа. Ой. Видела? Сегодня я на физкультуре, сегодня целый день смеялась. Тыщ. Ой. Мы не можем выйти, как нам выйти? Все, не видно. Мам, я хочу, чтобы попробовала улетела. Я хотела. Мама, вытащи сюда. Смотрите. Как просто делать попкорн. Просто здорово. А посоли. Вкусняшка. Все, весь срывается. Второй. Че, брызнула масло? Нет. Должны все, что-то я много положила. Сейчас как перестанет дыш-дыш-дыш делать. Уже не помещается. Ну не хучай. Все. О. О-хо-хо-хо-хо-хо. Сколько попкорна. Подождите, горячий. Мама, ой, даже чуть-чуть мама, горячий. Мама. Эй, Коля, кинул подушку на пол. Я ее сняла. Ну, ладно, кинь звук. Нет, еще, подожди. Попробуй один. Ух ты, я чуть-чуть даже пустил подгореть. Я выключила. Да. Подожди. Все, теперь это, короче, накладываем по мискам, солим. Не обожгись, Коля.